Нижегородская область – это удивительное место, где богатое материальное и нематериальное культурное наследие сочетается с инновационными проектами современности. Архитектура, фольклор, народные художественные промыслы – все это является неотъемлемой частью исторической значимости области. Однако Нижегородская область не ограничивается только своим прошлым. Она активно связана с современностью благодаря множеству проектов нового времени. Ни один из этих проектов не мог бы осуществиться без инициативных жителей Нижегородской области, которые предлагают уникальные творческие идеи. Идеи — это не просто мысли. У них есть право на существование, они должны быть реализованы. Но часто идеи оказываются просто на бумаге, если им не оказывается поддержка. Такую поддержку оказывает Президентский фонд культурных инициатив. Президентский фонд культурных инициатив создан для всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных творческих индустрий. Важно отметить, что заполнение заявки на получение гранта ПФКИ может быть сложной задачей. Однако в Нижегородской области был открыт проектный офис, который предлагает сопровождение и консультирование по заполнению заявки. Проектный офис сделал процесс получения гранта более доступным и помогает инициативным жителям области в осуществлении их творческих идей. Сегодня мы открываем второй в стране проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. Заявка — это не так сложно, как кажется. Побеждает тот, кто разобрался.